Деревянные мосты в Забайкалье рушатся каждый год. Вот в 2021 году упал в реку мост на станции Зудыра Чернышевского района. Жители села наблюдали за тем, как остатки связи с большой землей уплывают вдоль по реке. Сделан он тоже был из дерева. Такой же мост в поселке Адриановка Карымского района. Он держится из последних сил. Балки рассыпались, а дерево почти сгнило. Срок службы такого моста при правильном возведении и надлежащем содержании – 25-30 лет. С момента строительства моста в Адриановке, судя по его износу, прошло в разы больше. У нас тут небольшой мост пешеходный вот на северной части поселка. Сделают специально для пешеходов, потому что там очень гнилой он, уже небезопасно по нему двигаться. На станции Зудыри проблему глава администрации решил покупкой резиновой лодки. На это он выделил жителям 16 тысяч рублей. Глава Адриановки пошел дальше и все-таки решил обратиться к краевым властям за помощью. Вердикт был известен – деревянная конструкция пойдет под снос. По словам жителей села, раньше тут можно было проехать на машине. Сейчас из проезда внутри села ситуация аховая. Пробираясь в Адриановку, на одном мосту наша съемочная группа имела все шансы, если не утонуть, то искупаться в подтаявшей реке. На железнодорожном переезде мы почти застряли под путями. В Министерстве строительства региона отметили, что мост не обслуживается краем. Тогда мы еще и не знали, что перед нами скоро встанет самый большой вопрос. Мост есть, но он в прямом смысле осиротел во времена колхозов. Хозяина с тех пор найти не удается, но все же попробуем. Обращаясь к возможному владельцу главе районной администрации, мы еще не знали, какое нас ждет удивление. Есть реестр дорог в каждом муниципальном образовании, то есть муниципальный, федеральный, региональный, неважно. Есть реестр дорог. В том числе в этот реестр дорог входит улично-дорожная сеть. То есть улицы, они же имеют как дороги, так и тротуары, так и какие-то сооружения. Вот в этом реестре есть улицы Адриановки, есть, а по сути вот этого моста его нет. То есть он когда-то каким-то способом, не знаю, колхозами, не знаю, строился и по сути нету. Но как бы эта проблема не оправдывает, не решает то, что его нет. Проблема существует, мы знаем такая, что там особенно в межсезонье проблема детям перейти в школу с улиц колхозной и так далее. Мы запланировали сделать пешеходный мост там. Бетонный. То есть вместо вот этого деревянного получается? Ну, конечно, да. Он будет пешеходный, именно пешеходный мост. Почему? Потому что строительство автомобильного моста, ну, то есть для проезда транспорта, это требует проекта, это требует экспертизы, это требует больших затрат. Как нам стало известно, и районная администрация мосту не хозяйка. Такой удивительный мост в Адриановке, который гуляет сам по себе. Тут не знаешь, с кого компенсацию просить, если, скажем, пострадаешь. Депутат, которая курирует этот округ, Екатерина Фисун. Она согласилась поговорить с нами, но хозяина мосту так и не нашла. Хотя пыталась. Мост, что один, что второй, он нигде на балансе не стоит. В этом и есть проблема. Для того, чтобы в Адриановке привести все в соответствие, вот мы над этим вопросом работаем, то есть начиная в течение, то есть там 6 месяцев, когда обосновалась сама проблема, то есть смысл в чем? Они нигде не числятся. Ни на чьем балансе. Их нужно сейчас, соответственно, ввести для того, чтобы в баланс, нужно, во-первых, сделать ПЛЗ для того, чтобы сделать качественный действительно мост и поставить их на баланс региона, ну, то есть края нашего, потому что они не числятся, то есть их нигде нет, ни в одних документах, в этом и стоит проблема. То есть если бы они были, допустим, в плане, тогда проблем бы не было, мы бы их включили в бюджет и сделали, соответственно, качественный мост. Нет, их нет ни в одном документе. Ну, по крайней мере, то, что я запрашивала, я над этим вопросом работаю. Их нигде нет, этих мостов. Депутаты тоже понятия не имеют, кому принадлежит мост в Адриановке. Однако не могло ведь нам показаться, мост еще стоит. Правда, держится за счет неизвестно чего. Ведь ответственного за содержание в селе не назначили. Хотя решение есть. Фисун озвучила его. Нашлось решение. С районной администрацией проработали. То есть нашли выход из ситуации. Мост пешеходный будет. Еще раз повторюсь, лично мое мнение, что к концу июня его сделают. Мост есть, хозяина нет. Так и живут в Адриановке. Жители ждут новый мост летом, а старому уже стоит забыть про поиск хозяина. Ну а мы, как уже говорили, приедем сюда летом. Ведь, как утверждают власти, здесь будут не только новые мосты, но и новые дороги. Анастасия Раевская, Ирина Тимофеева, ЗапТВ.